Добрый вечер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы. День. Люди. События. Программу на этой неделе веду я, пока мои соведущие отдыхают. Сегодня говорим о 30 октября. 30 октября 1990 года в Москве на Лубянской площади, в сквере у Политехнического музея был открыт скорбный памятник миллионам жертв политических репрессий сегодня известный также как Соловецкий камень как символ победы над тоталитарным режимом и знак нарождающейся демократии. Гранитный валун был доставлен в столицу обществом мемориал Соловецких островов, из тех мест, где некогда располагался печально известный Соловецкий лагерь особого назначения, Слон. Камень для памятника выбирали Михаил Бутарин историк, журналист, и Геннадий Лишенко, главный архитектор Архангельска. С Большого Соловецкого острова в Архангельск камень привез грузовой теплоход «Сосновец», затем по железной дороге его доставили в Москву. Дата 30 октября была избрана в связи с тем, что в этот день в 1974 году политзаключенные мордовских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях. В 2002 году Соловецкий камень был установлен в Санкт-Петербурге, на Троицкой площади Петроградской стороны. С 1991 года 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.